Эмоции издавал просто найсовые. Этот хорошо исполнил, когда он хорошо исполнил свою роль, да. Но эти братья-близнецы просто найс, просто нету слов. Если еще я от Трагера буду также в восторге, то перевод окажется просто найс. Несмотря на все его недостатки, он просто класс. Пока мне кажется, что супер перевод. Ты не дождался, пока я кончил. Я и для тебя оставил. Только погоди. Я и для тебя оставил. Я это особо никогда не читал, а оказывается, он еще и для меня оставил. Идите по кровавому следу к выходу. Наша первая шлюзовая камера. Там батарейка лежит, нет? Помню просто, что если... А, может потому, что мы ее подобрали в другом месте. Поэтому... Ничего там не лежит. Итак. Он же говорит, вниз по стоку, вниз по стоку. Почему тут ничего не говорит? Я же помню, что он говорит что-то. Ну блин. Доктор Цайхнер дал мне вашу контактную информацию в связи с отменой художественной программы. Мой пациент Мартин Арчимбот, кстати, это священник, показывал существенные успехи в ходе терапии благодаря рисованию пальцами. Тут сразу намек, что это рисовал именно священник. А я над этим никогда не задумывался. Вот только сейчас, когда я начал медленно проходить, я начинаю познавать Outlast в полной его мере. Это были не эксперименты, а ритуалы. Черная магия. Хорош, хорош. Оставлю тебя тут одного. Если закрывать за собой двери, это задержит ваших преследователей. Дай мне подумать. Тихо. Тихо. Веди себя тише. Такой спокойный, веди себя тише. Хотя тот чувак, по-моему, весь был на нервах, который на английском, но... Примерно смысл-то тот же, ничего особо-то не поменялось. Веди себя тише. А ну он сам выйдет или нет? Или мне обязательно нужно спалиться? Обязательно, да, он даже меня ударил. О, хорош, хорошая озвучка, класс. Такая, знаете, сейчас я тебе покажу. Такой угрожает весь. А как тебе моя дверь? На, урод. И все, нас потерял. Батарейку бы перезарядить, но ладно, чуть подождем. Чуть-чуть подождем еще. А чё это он к тому подошел? Ждем. Все. Он ушел. Ушел. Поэтому он у нас никак реагировать не будет. Мы можем спокойно идти дальше. Можем уже даже бежать. Веди себя тише. Веду. Очень тихо повел, да? Так, он сейчас начнет за нами охотиться, по-моему. Или нет? Нет, он будет туда идти. Нет, все же он будет к нам идти, да. Он хочет драться. Походу, у нас нету другого выхода, как взять и... Просто отпрыгнуть, и все, я больше... Это не баг, я просто от него защитился. Это мог сделать буквально каждый. Но я не хочу с ним просто в долгие батлы ввязываться. Follow the blood. 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 Follow the blood. Мы дали ему шанс. Ага. Мы были более чем справедливы. Образчики терпения. Усмирили... Все свои желания. Но теперь, прямо сейчас, теперь это на себя.
Да, это клевая озвучка, особенно этих двоих, как я уже говорил. Просто очень классно. Follow the blood, да, follow the blood. Ну тут документ лежит, по-моему. И батарейка, и... Странно. То она есть, то ее нет, то я не знаю, как там тут все распределяет. Обслуживание очистительного входа, памятка. Надлежащее обслуживание очистительного входа чрезвычайно важно для безопасности проекта Wall Rider. Обратитесь к руководству обслуживания корпорации Мерков или получите указание от кого-то там. Да, блин. Follow the blood, да. Follow the blood. Будем следовать. Заметно, как ты сдерживаешься, чувак. Или ты хотел вообще его там убить? Оу. К черту это место, серьезно, к черту. Смерть уже далеко не возглавляет список всего плохого, что здесь может со мной случиться. Не могу отделаться от Криса Уокера, уродливого верзилы, что любит отрывать людям головы. Слышу, как он бормочет о протоколах безопасности, политике и сдерживания. Что если проблема не в нем? Что если он как раз пытается ее решить? Вполне возможно. Шлюзовая камера, которая не работает. Тут у нас ничего нету, да? Отлично. Душевая. Интересно, это была отсылка к тому, что... Что потом в итоге... Оу, да, тут нужно обязательно в окно лезть, по-моему. Боже мой, он исчез. Пропал без следа. Это что за сарказм? Да, так и есть. Думает, мы придурки. Или тупицы. А давайте вытащим его и скроем ему пузо. Погоди. Погоди минутку. Кстати, я знаю, где мы с вами не были, когда были от третьего лица. Вот там, на улице. Когда мы перелазили через окно. Там мы точно не были. Поэтому, возможно, еще одно видео будет. Не знаю. Но почему тут он заметку не делает? Я помню, раньше он ее делал. Сейчас он ее не делает. Может, из-за этого я не могу абсолютно все заметки и документы сделать. Точнее, собрать. И сделать, и собрать, да. Это у нас кто? Охранник. С рацией в руке. Вместе с рацией. Рация у него. Нафиг эту рацию. Короче, идем. Сейчас Крис появится. О, жду не дождусь этой встречи. Комната из трейлера. Уже откроем сразу. Пока он доберется, можем сваливать, короче. Потому что у нас еще дофига времени. Где он там? Он только двери выломал. Обидно, что Майлз и Вейлон не разговаривают на протяжении всей игры. А так бы я услышал, как же бы они их озвучили. Как же они бы их озвучили, это был бы просто найс, наверное. Лучший из лучших голосов. Так, ты снимешь это? Нет, ну естественно, сейчас не будет света. Тут нету никаких там документов или... Хотя да, откуда они здесь могут быть? Но все равно я это место не осматривал, поэтому как раз есть вариант тупо осмотреть. Оу, это да, это опасно. Он таким голосом говорит, что аж страшно некоторым становится вообще. Голос у него просто один в один тот, который нужен. И угрозы эти, ну, слова, которые он произносит. По-моему, рано я вылез. Нет, отлично. Он нас не услышал. Ага.
Хотя он нас слышит, но я не понимаю, почему он не действует. Так, ничего. Да ищи, ищи. Ого. Ой-ой. Это же для него 3 секунды выломать. Он может еще и тут выломать, почему он не догадался. Как-то без эмоций, наверное, вообще не атмосферно, да? Без эмоций это все. На скримере не реагируешь и все тому подобное. Так, все с тобой ясно. Я тебя помню. По-моему, тут... Не знаю, низ я не осматривал. Что ты хотел? Давай побыстрее, я занят. Что они там делают? Слушаться невозможно, столько голосов. Но он меня спас. Как бы там ни было, он меня спас. Там у нас есть документ. Возьмем. Он не убил своих врагов. Некролог взят какого-то сайта, но, судя по всему, это... Denver Eagle. А, ну да. Лучше не заходите, я вам серьезно. Вам не понравится. Точнее, нет, может понравится, но... Лучше не надо, я вам тут даю вот совет чисто свой. У нас есть батарейка? Да, тут есть батарейка, нифига себе. Ох, находка, я тут ее не видел ни разу. Ага, промахнулся, урод. Мотаем. Да, чел хорошо озвучен. Его реально хорошо озвучили. На все 100 реальных пальцев. Как там говорится, 10... Криса Уокеров из 10, или это я придумал, не знаю. Или 10 кирпичей из 10. Или... И, короче, не знаю, ну как-то там любит говорить. А что у нас тут? По-моему, тут тоже можно батареечку найти где-то. А, нет, это не здесь было. Не знаю, зачем здесь прятаться, от кого главное, если там нас никто не преследует. Может, это просто сделано? Или может мы от Волрайдера прятались? Я без понятия. Повсюду царит слово Волрайдер. Так назывался эксперимент, который Мерков здесь проводил. Но пациенты говорят о Волрайдере как о чем-то реально существующем, вроде демона или духа. Нечто, найденное ими в горах. Я бы списал это на шизофрению, но я и сам видел нечто подобное. Может быть какой-то сбой в камере или само это место подбирает ко мне ключики? Да, шизофрения, конечно. Хотя, в принципе, свихнуться тут вполне можно как нефиг делать. Но там у нас есть батареечка, насколько я знаю. Да, надо же, сыщик. Батарейку-искатель. Батарея-искатель, во. Лучше меня никто батарейки не ищет. У меня их до сих пор, я их все время использую. То есть я мог не использовать, у меня было бы сейчас 10 из 10. Но даже при том, что я их использую... У меня остается целых 9 штук еще. Там у нас что-то есть вообще? Нет. Там чел, которого задавило камнями. Это нормально.
тоже ничего нету. Будем облазить все места, которые я чисто вот не облазил. Или облазил, но... редко я там был. Мне интересно, что тут делает Билли? Вот что ему нужно в канализации? Точнее, Волрайдер, да. Нужно называть все правильно. Что он тут делает, это без понятия просто. Он шастает где хочет. Этот бог настоящий. Как долго обманывались мы призраками, духами и безумием. Невежество наше было умышленным. И сам апостол Павел однажды был ослеплен. Пелена на его глазах была лишь страхом, но истина видит лишь истину или... истина или истину? Видит лишь тот, кто смотрит за его пределы. Таков дар Волрайдера. Евангелие Песка. Нет греха страшнее, чем преднамеренно забыть Бога, получившего откровение, не передать его ждущей пастве. Это место перекрыть путь к спасению, грех, за который любое наказание не будет слишком суровым. Суровое наказание. Да, ладно, короче, идем отсюда. Слишком сложный лексикон от... как его там правильно звать-то официально? Короче, неважно. Спустите воду, открыв две заслонки. Нижние. Ого, дорогой наш. Мы с тобой так давно не виделись, но мы с тобой разменемся. Я надеюсь. Это не хочется с ним встревать во всякие перепалки. Сток. Нет, блин, он идет именно сюда. Главное, что мы, если мы спрячемся здесь, он нас спалит. А если в шкафчик, то он нас откроет. Поэтому, если что-то выбирать, то либо мотать, чтобы он нас не ударил, либо я не знаю. Короче, делаем то, что делаем, все. Сейчас он двери выбивать будет, он же не может их просто взять и открыть. Хотя для него, как три удара, это понты вообще. Ну что, застрял там? Выбивай. Чел, ты что, ушел? Что? Ой, извиняюсь, я не хотел сквозь дверь пройти. Извиняюсь, нет. Да какого ты ходишь сквозь дверь, когда это тебе не надо? О, все. Он ушел, он даже не хотел меня... Лол. В первый раз такой у меня. Обычно он заходит и пытается меня найти. По-моему, он идет сюда, вам не кажется, нет? Мне опять в стиме написали, поэтому... не обращайте внимания, это мне. Он тут, вот. Нифига себе. А что это ты сюда пришел? Ты что, слышал меня здесь? Иди-ка ты. Да что ты ходишь? Иди вон туда, там я был последний раз. Да-да-да, иди туда. Что у нас тут, кстати? Там еще что-то есть или... Да-да-да, уходи, уходи, уходи. А тем временем я тихо-тихо смоюсь. Нет, не смотри назад. Нет, блин. Какого фига, чувак? Надо же было ему посмотреть назад. Хороший у него слух, ребята. Я просто не хочу палиться перед ним, хочу тихо пройти. Поэтому времени это занимает много. Сейчас он перепрыгнет, и дальше мы сможем уже... Да хватит оборачиваться! Ага. Пока. Но музыка все равно играется.
странным образом музыка все равно играет. Все, все. Все. Потому что у меня очень часто... Ух, нифига себе, в воздухе висит. У меня просто часто музыка виснет. Она что-то глючит местами. Причем у меня стимовская версия. Я на стимовскую версию поставил себе русификатор. И все работает. Так что это работает и на пиратке, и на лицензии. И Steam ничего не говорит. То есть все здорово, все круто. Знаете, что мне кажется? Мужской? Или, точнее, женский? Что? А чё это женский? Мы ж собрались мужской. Как ты так быстро сюда пришел, чувак? Вот мне раньше казалось, что они телепортируются специально, а нет. Да-да-да-да-да. Уходи, уходи. Не оборачивайся. Хорош. Спасибо. Беспалевно смылись. Он ведь даже нас не цапнул ни разу. Стелсеры. Просто стелсеры. Стелф. На English. Так. Давайте возьмем сейчас камеру и... Потому что я чувствую, у меня, как обычно, в ненужный момент у меня сядет батарейка, и потом буду я страдать. Я могу, конечно, без батареек, но мы же играем типа на реалистику. Проникаемся Outlast'ом, как говорится, полностью. И скоро, кстати, будет... Лол, меня ранило? А, он так он даже ранить может? Я просто всегда его пробегал и даже не обращал внимания. А сейчас, получается, мы с вами доигрываем и уже оказываемся, сейчас канализация, будет мужское отделение, male ward, короче. И там у нас будет трагер, но пока мы минут еще, наверное, 20 будем к нему идти, потому что он появляется не сразу. Мне кажется, там просто звук наложен. Не хочу даже смотреть, но, скорее всего, так оно и есть. Пока не наступит спасение церкви. Офигеть. Вот поет он действительно хорошо. Мне нравится. Но на инглише, конечно, намного привычней. Опять он. Говорю тебе, мы похожи. Ты знаешь, что реально, а что нет? Тут доктор мертв. Ты знаешь это? Доктор Вернге. Он умер еще до того, как началась работа здесь. Только вот какие эксперименты мертвый доктор ставит на живых пациентах? Вот в чем вопрос. Он даже заикается, как тот, который изначально выдавал озвучку. Это клево. Пациенты знают, что доктор Вернике мертв. Один даже спросил меня, а что за опыты мертвый доктор ставил на живых людях? Что же такое проект Волрайдер? Почему Вальридер? Кто такой кривой просто переводчик? Вот почему в женский нельзя пойти в имейл, а? Мы ни разу в него не попадали вообще. Зато мужской. Естественно, пойдем мы с вами в мужское отделение. Потому что так надо. Ближайшая батарейка, кстати, находится не здесь. Ее тут вообще нету. По-моему, если мы сейчас запишем скример, ничего не изменится. И почему-то, кстати говоря, оверлеи Стима не отображаются. Вот эти все уведомления о новых сообщениях, они почему-то в Outlast не отображаются. В CSGO и в остальных играх, по-моему, в Skyrim еще в некоторых, которые я играю, отображаются. А в Outlast нет, поэтому нас ничего с вами не отвлекает. Только звук, который там в итоге получается. Это мы, кстати, смотрели, но мы так вот рассмотреть не можем. Там просто свет не позволяет. Там что-то мешает.
Ну, кстати, серьезно, было бы прикольно поиграть в Outlast на консолях, но я не фанат консолей, поэтому... Да и денег они стоят, поэтому... Пекарня One Love, как говорится, но... Не знаю. На консолях просто можно на большом экране, у меня большой экран есть. Только я не знаю, как делать захват и все тому подобное на консольках. Там же тоже нужно, скорее всего, через ПК. Все делать все через ПК, захват. И все остальное, но... Не знаю. Короче, я не фанат. Ох, тут же Крис появится, да чтоб тебя! Мы же не пройдем по стелсу. Или пройдем? Нет, обязательно он будет именно тут. Он же прям ко мне идет, да? Ну, естественно. А вот так он нас не пройдет. Хотя нет, пройдет. Ну, естественно. Он нас все равно заметит. Какое яблочко, чувак? Что ты курил там?